Книга «Открытым оком», том 1, тема «Природа», вопрос 474. Куда ушла вода после потопа? Толкуется ли это кем-либо из святых отцов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Библия говорит, что откуда пришла вода, туда и ушла, возвратилась в свое место. Бытие 7.11. 600-й год жизни Ноевой во второй месяц, 17-й, 27-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Бытие 8.2. И закрылись источники бездны, и окна небесные, перестал дождь с неба. Эта вода была под землей, туда и ушла, всюду везде над нами моря. Псалом 35.6. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его. Голуби ревнуют надо мной, зачем ублюдок краснокожий у моей голубки был зимой, распустил свой хвост, хвостун сапожник. Бак-бакур, надулся оппонент, на спине горбом тугая риза. Я да ты да сгинь в один момент, или сброшу с общего карниза. Вверх хвост развел до одурения, так расшаркался с пижоньим помелом. Я тебе не Игорь, не Евгений, не какой-то Вячеслав пилот. Грудь моя в отливах и подтеках солнце затмевает красотой. Бак-бакур, заткнись ты, недотепа. В виде голубя был даже дуб святой. Отступись, пока еще не поздно. Еретик, сектант, тупой раскольник. У гнезда нахально строишь козни через окна, трубы и подполье. Ревность за голубку. Вожделенно, стимул в жизни красоту дает, кровь шальная, бак-бакур по венам, слаще и душистее, чем мед, голосок от юбочки, измена, нам на колокольне не грозит, мы не Насти, Ольги и Елены, муж наш не торгаш, не паразит, бак-бакур, суровой обыденки, муж ревнивец ждет, кому придраться, бедные Наташеньки, Аленки, крутятся вокруг их наши братья. 5 мая 2002 года. Игнатий Лапкин.